Приветствую, зрители, слушатели. Небольшая прогулка по городу. Как видите, котельня дымит, отопление есть в многоквартирных домах. Даже если жилье частично повреждено, все равно дома отапливают. Собаки гуляют по улицам. Все отлично. В городе, как и раньше, обстановка. Вода, свет, интернет есть. Газ местами. Свет отключают. Тоже наблюдаются верные отключения. Людей много. Магазины, рынок работают, что-то открывается, но насколько это удачно, насколько своевременно, непонятно. Так вот, труба дымит, дым поднимается вверх, тепло в жилье граждан и жителей города идет.